Привет! В этом видеоролике я поговорю о Minecraft Live. Начнем с того, что Minecraft Live — это виртуальное мероприятие, по которому можно подключиться с любой точки мира. На нем можно услышать новости о новых играх по Майнкрафту, познакомиться с авторами контента, а также узнать результаты голосования, которые влияют на игру. Начнем с мобов. Сивер — это древнее существо, которое когда-то было частью экосистемы Верхнего мира. Если ты найдешь нужное яйцо, то ты сможешь восстановить популяцию этих мобов. Снифер обнюхивает землю и ищет новые семена. Раскал — это озорной моб, который любит поиграть в прятки. Обычно он прячется в подземных шахтах и ждет, чтобы его нашли. Если ты его заметишь 3 раза, то он даст тебе подарок. Туфовый голем — это статуя, которая оживает. Когда он пробуждается, он будет ходить и поднимать любой предмет. Он вернется на место, когда превратится обратно в статую. Теперь минусы. Возможно, что снифер будет искать только растения, из которых будут краситься красители. Ну, это не круто. В свою же очередь, Раскала можно будет посадить в яму, и он будет бесконечно одаривать тебя подарками. А у туфового голема уже есть замена на бедроке. Но, возможно, это все что-то значит. Возможно, что это просто подводки к разным обновлениям. И поэтому обновление может называться «Как быстро летит время». Наверное, разработчики хотят, чтобы мы выбрали из разных обновлений то, которое нам больше нравится. К примеру, они уже 2 обновления добавляют голема. Зачем? Или же снифер? Он вроде как роет землю. Может, это обновление на археологию? Или же, если мы выберем Раскала, то возможно, что у нас будет новое пещерное обновление? Если что, я голосую за Раскала. Но я не прощаюсь. Скоро увидимся. Пока!